Миром принимаем. Вам. Миром. Игнат Тихонович, говорите. Так, Володя должен еще пристать. Пошел он, я громко разговариваю, он говорит, меня забивает тут, я пойду в церковь, там, говорит, сяду. Ну что говорит-то, сколько наш человек тут, где остальные? Это мало. Это. 9 человек в месяц. 9. Ну что? На один час сказали заходить, а потом выйти через час. Снова сюда же собраться и подведем итог. Ну и подготовимся уже к занятиям. Беседы, видите, как я посмотрел, у меня в общей сложности там было 400, и сейчас то примерно у меня 500 роликов было всего составлено с чат-рулеткой. На иной ролик до 5, до 6 собеседников бывает, а бывает из одного состоит. Все на него значит, у меня по 500 в среднем, по 500, 600, 700 мегабайт без ужатия. Как беседовать? Рецепт никакой не дашь. Это все согласно твоей веры, твоего опыта. Подражать мне это не удастся, потому что вы не можете показать то, что есть. Вы просто ссылаетесь на наши ресурсы, если в случае чего говорите в простоте о Христе. Никакой книги, никаких религий не трогайте. Вот если будут мусульмане, запомните по пальцам, запишите слово Аллах, Коран, Мухаммад. Три слова не поминайте никогда. Не надо. Будут спрашивать, скажи, я христианин и проповедую Христа по своей книге. Согласно моей книге я и действую, вы сами решайте. И такие места, которые говорят, кто не имеет сына, не имеет отца. Кто будет не то проповедовать, анафема. Другого имени нет, которому лежало бы спастись. Вот я в это верю. А потом мне никуда не надо шевелиться. Надо быть истинным христианином. Нам не враждовать надо, а оскорбеть друг о друге. Со слезами вымаливать друг друга. Вот все, весь мой наказ. Сережа, ты распусти в какой момент, чтобы можно было сразу начинать. Не, хотя бы минут без пяти... И без там, без трех хотя бы. Через час. Опять Сережа собирает нас. Все у меня, Бог помощь. Бог помощь. Спаси Христос. Я бы хотел добавить хотел. Пожалуйста. Вот если кто-то там материться начинает, все, то хорошо ему сказать. Все, вычеркивай его. Заранее предупреждайте, чтобы не курили, при вас не курили. Это четко, ясно. Но я делаю заранее уже предупреждение. Да ему не матерюйся, заматеришься. Если он где-то, бывает, иногда приходится это место вырезать. А я сам это не умею делать, так дольше, пока ролик появится. А остальные вот такие, как собрание сегодня, занятия, я постараюсь выставить сегодня и завтра. Ну все пока, друзья, братья. Мир вам. Что-то сестер ни одной нету. Нам надо попробовать, чтобы сестры вышли. Все. Ну, поди Сережа, еще появится. Включать или как мне надо дальше? Выходить? Отключайтесь и все.